70% россиян планируют отправиться в поездку по России этой весной. По данным одного из сервисов бронирования, наиболее популярное направление в стране – Кавказ. Его выбрали 10% респондентов. Это Минеральные Воды и Кисловодск. На третьем месте по популярности – Санкт-Петербург. Он уступил Кавказу всего 0,5%. У самарцев в этом весенне-летнем сезоне популярны путешествия в Дагестан, тем более, что из Курумыча появились прямые вылеты в Махачкалу. Цены очень хорошие, 30-35 тысяч за двоих, с перелетом, с проживанием. Это, на мой взгляд, очень доступно. И возможность посетить самый практически южный регион наш, с возможностью экскурсии, старинный город Дербент рядом, возможность поехать в горы, Махачкала на берегу моря находится. Поэтому это прекрасная возможность из новинок. Пока одни едут на юг, другие стремятся в северные города. По России, понятно, еще прохладно, это экскурсионные туры. Пользуются популярностью Самары, Калининград, Санкт-Петербург. Это основные направления. Можно через Санкт-Петербург в Карелию также. Автобусных туров поставили очень много с интересными программами. На Алтай есть возможность слетать. Есть у операторов, я встречал и Сахалин, и Камчатку, то есть... Сейчас операторы обратили внимание на эти направления, и можно даже из региональных городов, ну иногда у вас, конечно, состыковка в Москве пока еще, но тем не менее улететь по совершенно разным регионам нашей страны. Однако в дальневосточные регионы самарцы пока не спешат из-за высокой цены. Пока из-за авиаперевозки дорогой не пользуются популярностью, может быть, отели и какие-то предложения хорошие есть по проживанию, но вот добраться... Мы же еще до Москвы долетаем, и когда все это компонуется, то цена получается не привлекательная для тех, кто хочет вот сравнить, например, с пятизвездниками в Турции. Поэтому самарцы выбирают тепло, море и все включено. За море и тепло, впрочем, тоже придется дорого заплатить. Отдых в Сочи подорожал на 20-30%. Такая ситуация возникла из-за падения интереса россиян к путешествиям в Крым. По данным туроператоров, в предстоящем сезоне 10-дневный отпуск с трехразовым питанием в Сочи обойдется паре туристов в 220 тысяч рублей. Это сопоставимо с расценками на курортах Турции, Египта и Арабских Эмиратов. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События.